Педагоги тоже соревнуются. Начался региональный этап конкурса «Учитель года 2018». Учителя ОБЖ, физкультуры, русского языка, математики, физики и других дисциплин в школе Сколково-Тамбов презентовали свои визитки. Об условиях конкурса и его участниках Наталья Киселева. 19 учителей из школ города Тамбова в этот раз готовятся презентовать не свой предмет, а свои достижения в работе. Личное качество, подход к ученикам. Жюри предстоит отметить содержательность, оригинальность презентации, умение преподать себя. В этом году проводится уже конкурс «Учителя года» традиционно в 28-й раз. И ежегодно мы выбираем лучшего учителя системы образования города Тамбова для того, чтобы он представлял наш город на региональном этапе. Учитель английского языка Алина Савельева представляет 14-й лицей. Ее стаж работы 5,5 лет. Алина – педагог нового поколения. С учениками она постоянно на связи. Внеклассная и внеурочная деятельность, разносторонние хобби – все это помогло молодому педагогу справиться со своими первыми непоседами. На самом деле было очень страшно, потому что дети бывают недисциплинированно себя ведут на уроках, и ты еще не знаешь, нужно ли крикнуть, или нужно ручкой постучать, или повысить голос, или наоборот говорить тише, чтобы они стали внимательнее слушать. Вот. Но со временем приходит вот это вот ощущение, вот знание того, что нужно сделать именно в конкретный момент. Сейчас я практически уверена, что мы дружная семья. Мы очень часто время проводим вместе, даже просто гуляем. Причем мы катаемся на велосипедах, на лыжах, на коньках. Педагог мечтает, чтобы ее ученики, пусть и не на отлично, знали английский, но выросли достойными людьми. Потому старается быть для учеников примером. Каждый учитель сегодня удивлял жюри своими талантами и раскрывал профессию с неожиданных сторон. Для участников муниципального этапа визитная карточка стала первым испытанием. Им еще предстоит показать свое мастерство педагога на открытом уроке и защитить свой проект. Наталья Киселева, Евгений Михеев, Анна Мусатова. Область новостей.